Несколько лет назад в густозаселенном квартале современного города Пскова было обнаружено древнее захоронение. Могила оказалась особенной. Археологи называют этот тип погребений камерными. Как правило, это срубные сооружения, построенные непосредственно в яме большого размера. В нашей камере находилась женщина 30-40 лет, высокого роста, хорошо сложенная пропорционально. В мирной ее сопровождали многочисленные предметы украшения. Более 60 различных привесок, бус, монет, перстней было найдено на ней. Яма вырыта в очень тяжелом грунте. Для того, чтобы ее вырыть, нужно было приложить большие усилия. Нужны были усилия большого коллектива людей. Это был человек, значимый для семьи или для общины. Женщина была погребена в положении сидя. Это был признак тоже ее знатности. По одной из версий мы можем предполагать, что, переходя в мир иной, она могла сидеть перед высшим божеством и, очевидно, своими земными делами заслужила это. В X веке, а именно к этому времени относится обнаруженная псковскими археологами могила, так хоронили своих усопших только скандинавы. Псковская находка вызвала много вопросов. Кто была эта женщина? Чем занималась на чужбине? Почему могильник располагался за чертой тогдашнего города? Обнаружение скандинавского захоронения X века на территории русского северо-запада само по себе для археологов не было неожиданным. Появление скандинавов в землях славян описывает знаменитое историческое предание изначальной русской летописи, составленной монахом Нестором в Киево-Печерском монастыре в начале XII века. Предание о том, что некогда в середине IX века варяги из Заморья, то есть скандинавы, которых в Восточной Европе Византии называли варягами, а на Западе называли норманами, северными людьми, вот эти самые варяги брали дань у славян северо-восточной Европы, а также у славянских соседей финнов. Славянские племена на севере подняли восстание, согласно Нестору, и не дали дани варягам, изгнав их за море, и стали править сами в собе, пишет летописец. И не было у них правды. То есть правда в древнерусской терминологии социальной означала не просто правоту, а означала правопорядок, закон. Именно этих-то правил и не хватало славянам, прогнавшим варягов. И тогда, пишет Нестор, славяне и решили призвать к себе князя, который правил бы ими по единому закону. И отправились они за моря к уже знакомым им варягам. «Вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Да поидите княжить и владейте нами. И избрашася три братья сороды своими, пояша по собе всю Русь и придоша. Старейший Рюрик седя в Новиграде, а другий Синеус на Белоозере, а третий из Борьски Трубар. От тех прозвася русская земля». Вряд ли в русских летописях найдется другой фрагмент, который породил бы у историков большее количество споров, комментариев и интерпретаций. Толкованиям подвергались буквально каждое слово этого исторического известия. Столь повышенный интерес исследователей к преданию о призвании варягов объясняется просто. Рассказ летописца толкует вопрос вопросов. Кем и как было создано первое русское государство? Кто? Какие силы стояли у истоков этого процесса? Сами ли славяне собственными силами создали древнерусское государство?
или его принесли из-за моря пришлые, более цивилизованные инородцы? Вопрос этот для русского исторического самосознания оказался болезненным. Он получил название нормандской или варяжской проблемы. Проблема эта с самого момента ее возникновения не была сугубо научной. Очень быстро она обрела политический характер. Случилось это в середине 18 века. Изучением русских летописей в Петербургской академии наук занимались тогда немцы Теофил Байер, Герард Миллер и Август Шлёцер. Байер первый высказал мнение, что варяги Нестора – это скандинавы, и именно они дали славянам государственность. Против этой трактовки резко выступил Михаил Ломоносов. Но его аргументация была скорее политическая, нежели научная. Вернуть в научное русло вопрос о роли скандинавов в русской истории смогла только археология. В Пскове на протяжении последних уже 60 лет, можно сказать, непрерывно каждый год ведутся археологические раскопки. И мы очень много можем сказать о древнем городе. Всего исследовано около 80 погребений. Это горожане второй половины 10-го, начала 11 века. Но из этих 80, около 10% относятся к скандинавской культурной традиции. Скандинавские древности, стиль которых складывался изолированно на скандинавском полуострове, резко отличаются от вещей, которыми пользовались люди в Восточной Европе. И именно археология свидетельствует, со второй половины 9 века скандинавские предметы начинают проникать в славянские земли. Чужеземцев, пришедших на Русь, хорошо знал тогдашний мир. Их флотилии держали в страхе все побережье Европы, вплоть до Сицилии и Византии. Именно в середине 9 века корабли норманов достигли берегов Ирландии, Гренландии и Америки. Знали викингов и на Арабском Востоке. Они храбры и мужественны, и если нападают на другой народ, то не отстают, пока не уничтожат его полностью. Они высокого роста, статные и смелые при нападениях. Но на коне смелости не проявляют, и все свои набеги, походы совершают на кораблях. Носят широкие шаровары, на каждой из которых идет по 100 локтей материи. Надевая такие шаровары, собирают их в сборку до колен, которым затем и привязывают. Все они постоянно носят мечи, так как мало доверяют друг другу, и коварство между ними – дело обыкновенное. Они себя именовали страшным для западных людей именем викинги. Викинг – это человек, который участвует в вики в походе на гребных судах, в морском походе. Летописец Нестор называет пришельцев двумя разными именами – варяги и Русь. Происхождение и того, и другого до сих пор вызывает споры и дискуссии среди ученых. Особенно последнее – Русь. Это и понятно, ведь ему суждено было сохраниться в истории как имя огромного народа, страны и государства. Одна из наиболее авторитетных версий такова. Это имя связано со скандинавскими обычаями похода на гребных судах. Гребцы, которые должны были приводить суда и отправляться дальше в поход на восток, именовались по-скандинавски «рос», что по прибалтийско-финских языках звучало как «руси», а в восточнославянском и дало это самое имя «Русь». Как бы то ни было, но в середине 9 века люди с этим странным именем появляются на российской исторической арене. Публика, надо сказать, была отчаянная. Морские пираты того времени. Отчасти по причине изгнания, отчасти по причине безземелья, потому что скандинавский полуостров, он каменист и малоплодороден, и там довольно быстро образовывалось избыточное население, они вынуждены были искать себе места для поселения за пределами своего отечества. Ну а что касается их морального облика, викингов, да не было у них никакого морального облика. Да почитайте вы источники. Это сплошь были морские пираты, грабители, бандиты, с нашей точки зрения, лишенные всяких моральных устоев. Кроме того, они беспробудно пили, о чем арабы писали. И они злоупотребляют набизом, то есть хмельным, и пьют его днем и ночью, так что иные из них умирают с кубком в руках.
Интерес призванных на княжение варягов в этих землях был двояким. Вместе с князьями и воинами, получавшими дань с новых территорий, пришли купцы. Их заветной целью были рынки Византии и Арабского Востока. Речной путь в тогдашнюю столицу мира Константинополь во Второй Рим проходил из Балтики по Волхову, Днепру и далее через Черное море. Это и был знаменитый путь из варяг в греки. Вторая речная магистраль в арабский мир проходила по Волге и Каспию. Скандинавы имели, они быстро двигались, они имели технику, вот эти викингские корабли, которые очень эффективно шли через Балтийское море, Нева, Ладожский остров и дальше на Волхов, на юг. Я думаю, что больше всего с этим все связано, что они просто имели технику эффективного передвижения. Как викингский корабль, это было вот как Nokia для нас в сегодняшнем мире. Действительно, боевые корабли викингов были их главным техническим достижением. Они делались различных размеров, но имели общую оптимальную конструкцию. Узкий корпус, паруса и весла. Простой квадратный парус из грубого холста, полосатый или клетчатый. Нос и корму часто украшали резными головами и хвостами драконов, иногда позолоченными. С помощью искусных приспособлений капитан мог вести корабль и против ветра. На запад действительно можно было отправляться в плавание на длинных кораблях, этих страшных дракарах, под парусом. Но вот на востоке эти корабли совершенно не пригождались путешествующим по рекам Восточной Европы. Там надо было полагаться на силу гребцов. Надо было уметь ходить против течения, надо было вытаскивать ладьи и перетаскивать их через пороги. В общем, гребцы были главной силой походов скандинавов на восток. Потребность в строительстве легких речных судов стала почвой для сотрудничества странствующих воинов и торговцев с местным населением. Дело в том, что зимой эта самая Русь кормилась у славян, а весной, когда вскрывался лед на реках, славяне спускали по этим рекам те самые ладьи, на которых должны были русские дружинники отправляться в Византию и другие заграничные, так сказать, командировки с целью получить там в центрах мировой цивилизации богатство в обмен на свои товары. И ладьи эти славяне поставляли не как дань Руси, а продавали эти ладьи Руси. Именно экономическая целесообразность и обеспечила процесс врастания заморских пришельцев в славянское общество. Начав с откровенного разбоя, чужеземцы чем дальше, тем больше ассимилировались с местным населением. Они торговали со всеми больше всего. Они были купцы. И, конечно, известно, что они тоже награбили иногда в Англии, во Франции. А я думаю, что именно здесь, на Востоке, больше всего было нормальное развитие торговли. Так что я не думаю, что они были никакие не опасные, не дикие, не более дикие, чем те люди, которые уже были здесь. Датский археолог, по-видимому, прав. Вряд ли так уж сильно разнился уровень цивилизованности и культуры пришлых варягов и местного населения. Начавшийся практически одновременно процесс христианизации тех и других – лишнее тому подтверждение. В этом смысле могила, раскрытая недавно псковскими археологами, таит в себе еще одну загадку. Похоже, женщина в ней погребенная некогда сама прошла знаменитый путь из варяг в греки. Перед нами человек, который явно одной ногой стоял уже в христианском мире, второй еще в старом языческом. Вот это само сооружение, весь этот инвентарь говорил о том, что это языческие все-таки преобладают верования. Но в ожерелье входили три интересные находки. Это были две серебряные монеты Мелиорисии византийских императоров Романа I и Романа II и Константина VII. И крест серебряный, сделанный из арабской серебряной монеты. Что интересно, сами монеты были еще и позолоченные, серебряные сверху. Ну, неоднократно исследователи отмечают, что вот подобные находки монет, которые превращены в привески, это не просто украшения, это, скорее всего, крестильные дары,
которые получил их хозяин во время обряда крещения. Согласно историческим документам, славянским и византийским, первой на Руси приняла христианство княгиня Ольга. Она, наравне с древнейшими русскими князьями, занимает почетное место на страницах начальной русской истории. И тут очень соблазнительно вспомнить один сюжет, который описывает хроники византийские, о том, что княгиня Ольга была в Константинополе, крестилась там, с ней был ее ближний круг. И в описании этого ритуала говорится о том, что были принесены дары тем, кто, очевидно, принял крещение. И описывается, кто сколько получил. Ну, совпадают датировки наших монет с временем правления Константина VII. Золочение серебряных монет указывает на то, что, очевидно, они были особо значимы для владелицы. Вот, и хотелось бы очень помечтать, хотя ученые этого не любят, о том, что наша варяжская гостья, может быть, была в Византии, может быть, в свите княгини Ольги. Смелое предположение исследователя о возможном вхождении нашей псковской незнакомки в ближний круг первой русской княгини кажется весьма вероятным. Ведь псковская могила находится совсем рядом, всего в нескольких километрах от родных мест княгини Ольги. Мы с вами находимся на берегу реки Великой, в районе Выбуд, под деревней с названием Ольженец, современное название, старое название Ольжина или Ольгина. Вот. Где-то здесь, по древнейшему преданию, записанному Псковской области, обосновался, видимо, вместе со своим родом, отец княгини Ольги, той самой святой равноапостольной. По местному преданию, он был сподвижником Рюрика и пришел вместе с ним вот откуда-то с запада, откуда пришла вся Русь. Здесь же, как гласит летописная легенда, при переправе через реку Великую сын Рюрика, князь Игорь, познакомился с Ольгой, своей будущей женой. После известного убийства Игоря древлянами, жестоко отомстив обидчикам, Ольга стала единовластной княгиней, что вполне согласовывалось с законами и укладом скандинавского общества. Там жена действительно обладала равными правами с мужем. Она замещала его, она обладала правом на имущество. Она обладала правом на развод, она обладала правом на наследование. Очень много прав и очень серьезных прав. Там это было действительно совершенно иначе, это правда. Первой женщиной в русской истории, которая в полной мере продемонстрировала эти серьезные права, стала именно княгиня Ольга. С именем Ольги связано возникновение целой сети городов-погостов, большинство из которых появилось именно на речном пути – из варяг в греки. Одно из таких древних поселений – знаменитое Гнездово. Оно до сих пор является главным для варяжской археологии. Вот мы с вами сейчас находимся в центре этого поселения, в центре этого поселка, на городище, то есть вы на той части поселения, которое было укреплено, имело земляные и деревянные укрепления. Этому поселению соответствует огромный могильник, который состоит из 8 курганных групп, разбросанных так вот вдоль берега Днепра на 3 километра. Всего, по оценкам специалистов, здесь примерно было насыпано за время существования Гнездова примерно 3500 курганов. По большей части это могила скандинавских воинов, в которых сотни и тысячи предметов, украшения, оружие, инструменты, бытовая утварь. Среди них, наравне с вещами славянского типа, есть и привозные, и во множестве предметы исконно скандинавские. Так кто же жил здесь, на берегу Днепра, тысячу лет назад? Наверняка это стрела была, наконечник этот был откован здесь, в Гнездове, местными кузнецами. У него такая очень характерная форма. К числу привозных вещей, привозных с Востока, относятся арабские монеты, дирхимы. Вот эта монетка почти целая. У нее здесь вот след прикрепления ушка для того, чтобы превратить эту монету в женское украшение, в подвеску. Уникальность Гнездова заключается в том, что его огромное кладбище, формировавшееся около полутора веков, не оказалось позднее под городской застройкой. Благодаря этому археологи получили погребальный,
скандинавский по преимуществу комплекс, самый большой не только на территории России, но и во всей Северной Европе, включая саму Скандинавию. Группа вещей, которые, несомненно, указывают на присутствие скандинавов здесь, в Гнездове. Во-первых, это типичный амулет скандинавский в виде молоточка Торан, который подвешен на колечко. Амулетик железный, миниатюрный, вы видите, он такой небольшой. Такие амулетики привешивались к ожерелью, могли прикреплять к каким-то бытовым вещам на колечке. И это, безусловно, скандинавский амулет. Основу гнездовского общества составляли две этнические группы. Это славяне, пришедшие сюда в конце IX века из районов левобережья Днепра, и скандинавы с севера, проникшие в эти места тогда же, по пути из варяг в греки. И те, и другие были ремесленниками, были воинами, так сказать, составляли часть гражданского населения. И совсем маленькую часть этого гражданского населения составляла, так сказать, группа балтцев, балтов балтского населения. Это местное автохтонное население, которое здесь проживало с эпохи Железа. То есть примерно за 1000 лет до прихода славян и варягов они здесь уже жили. Гнездово располагается на пересечении двух главных торговых путей средневекового мира. Находясь на берегу Днепра, а значит, соединяясь напрямую с Причерноморьем, оно равно удалено, точнее, равно приближено и к бассейну Волги, открывающей через Каспий дорогу на Арабский Восток. Именно оттуда с начала IX века непрерывным потоком хлынуло в Европу восточное серебро. В это время достигает своих пределов арабский халифат. Возникает огромное государственное объединение с процветающей городской экономикой, с чеканкой монеты денежной. И вот эта серебряная монета, в основном серебряные дирхимы, тоненькие кружочки, которые повсюду до сих пор находят в наших деревнях, называют иногда алюминиевыми деньгами, вот они начинают проникать из центра Ближнего Востока через реки Восточной Европы далеко на север, вплоть до Скандинавии. Прошлое неохотно расстается со своими тайнами. Десятилетия раскопок в Гнездове, казалось бы, ответили на большинство вопросов о жизни его обитателей. Но оставался один, который не давал покоя исследователям. Ведь Гнездово возникло не где-нибудь, а на берегу Днепра, на том самом знаменитом пути из варяг в греки, который связывал Балтику и страны Средиземноморья. Значит, где-то рядом с городищем должен был находиться порт, или, по крайней мере, пристань. А его-то ученые и не могли обнаружить. При этом между городищем и нынешним руслом изрядно обмелевшего Днепра существует небольшое, но очень глубокое озерцо под названием Бездонка. Может быть, это и есть остатки древней гавани? И вот, наконец, долгожданное открытие. В слое X века археологи находят мощный деревянный настил-помост, очень похожий на причал. А на нем последний аргумент. В руках исследователей уникальная находка – часть корабельной уключины классического скандинавского типа. Кто знает, может быть, весло, которое скрипело в этой уключине, некогда опускалось в воды Боспора у стен Царьграда. Но по великому водному пути двигались не только воины и купцы. Возможно, некогда мимо гнездовского городища прошел на веслах и княжеский струг с Ольгой. Путь княгини лежал в византийскую столицу. Там, в сердце христианского мира, Ольга приняла православие. И, может быть, мимо днепровских берегов вместе с Ольгой направлялась в далекое путешествие и наша псковская знакомая. Придя к славянам со своим жизненным укладом, со своей культурой и профессией, варяги из Заморья менее чем за 200 лет практически слились с местным населением. Их следы в русской культуре последующих веков почти не видны. Сегодня лишь имена – Игорь, Ольга, Олег. Да исторические предания Рюриковичей, первой правящей династии на российском престоле, напоминают нам об отважном северном народе, оказавшемся волею судеб у истоков процесса формирования русской цивилизации. Путь из варяг в греки, от язычества к православию, оказался судьбоносным для нашего народа, государства и культуры.